Напротив ледовой арены «Ерофей» в пятницу утром горожанка на хэтчбеке спровоцировала аварию, в которой не только разбила два автомобиля, но и повалила дорожный знак. Водители приближались к месту будущего крушения навстречу друг другу. 32-летний шофер «Тойоты Короллы» ехал из южной части города. 23-летняя автолюбительница на «Сузуки Сплэш» навстречу. Она собиралась свернуть налево, в сторону жилмассива. Трудностей с определением виновной стороны у автоинспекторов в этой ситуации не возникло. Однако женщина настаивала, что мужчина двигался с превышением скоростного режима. Именно поэтому и произошло столкновение. Запись видеорегистратора, установленная в салоне седана, расставила все точки над «и». Водитель перестраивается в первый ряд. Слева от него в обоих рядах толкаются в утренней пробке другие автолюбители. Скорость движения даже внешне допустимая. Темный хэтчбэк появляется слева от автолюбителя и словно рыбка выныривает между машин. Удар, «Сузуки» меняет траекторию и врезается в столб с дорожным знаком «Уступи дорогу». Из машины выбирается автолюбительница. Судя по активной жестикуляции, горожанка обвиняет оппонента в том, что он ее не пропустил. Это вызывает откровенное недоумение у мужчины, который твердо знал, что прав. За рулем автолюбительница полтора года. Вклинившись в поток и воспользовавшись тем, что ее пропустили в одном ряду, автолюбительница почему-то была уверена, что упрекнуть ее не в чем. До своего дома женщина не доехала всего 20 метров. Кроме протокола о ДТП, автоинспекторы поставили ей в вину повреждение дорожного сооружения. Это грозит хабаровчанке штрафом от 5000 рублей. Место происшествия — Анна Карпова и Павел Рогатин.